говорит, она хочет узнать, как плавание в океане на сухих днях влияет на глаза, так как она проживает на Окинаве и пресных источников здесь нет у них. Но вообще на океане это очень здорово, потому что соль, она все-таки наш организм не впитывает, потому что на сухих днях бывает, что очень впитывает влагу организм. Прям, и бывает именно такое, что вы сходите в душ, и если какая-то вода, которая не подходит именно вам, то бывает, что прям на следующее утро вы не можете открыть глаза. У вас настолько опухает все. А океан это, конечно, здорово. А то, что касается глаза, ну, от соли они, конечно же, могут сушить, могут щипать, может быть такое раздражение, как песок. Но вы уже по себе должны понимать, как вам, как купаться, чтобы вода туда не попадала. То есть вы все равно должны как-то сориентироваться самостоятельно и принять такое, наверное, такое плавание, чтобы максимально себя обезопасить под какими-то неприятными аспектами. Да, плавать в океане, конечно же, самое то. Это здорово.